Любой специалист по сельскому хозяйству подтвердит справедливость слов о том, что будущий урожай во многом зависит от правильно выбранного времени посадки и посева. Точно рассчитать и учесть все факторы при начале полевых работ задача непростая, так как весенняя погода переменчива, но упустить момент значит потерять значительную часть будущего каравая. Весенние полевые работы на полях открытого акционерного общества «Комаровка» сегодня в самом разгаре. Техника вышла на поля еще в конце февраля. Такое раннее начало обусловила плюсовая температура и малоснежная зима, которая оставила слишком мало влаги, необходимой для проращивания семян. В поле мы вышли в конце февраля, 26 числа, по-моему, с подготовкой почвы, с внесением удобрений. Вот, с начала марта. Со 2 марта мы начали уже посевную кампанию и начали активно вносить удобрения, подкармливать озимые культуры. В настоящий момент у нас уже 50% раннего ярового сева посеяно. Я думаю, что за неделю мы с этими работами справимся. Вот. И сейчас уже сейчас активно ведем подготовку полей под сев кукурузы. Защитить поля от вредителей – еще одна из важнейших задач, которые сегодня стоят на повестке дня хозяйств области. Ловушки и химические препараты сейчас найти не составляет большого труда, выбор действительно широк. Но вот подобрать максимально эффективное и одновременно безвредное для человека средство можно только при грамотном и взвешенном подходе. Специалисты Комаровки уже не один год на своих опытных полях проводят детальные исследования, прежде чем использовать любой новый препарат. Что касается защиты растений, то сейчас у нас проведены уже подкормки. Все озимого рапса уже мы закончили, озимых зерновых заканчиваем подкормки. Внесение удобрений идет полным ходом. Защита растений на месте не стоит. Постоянно надо какие-то новые препараты, новые способы придумать, потому что вырабатывается и резистенция в болезни, и вредители привыкают к старым препаратам. То есть надо постоянно обновлять и улучшать свои навыки. Большая работа, которая была проведена в период подготовки к посевной. Интенсивный график сева сегодня, грамотный подбор семян и удобрений, использование эффективных методов борьбы с вредителями. Составляющих успеха на полях гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Но при ответственном отношении и любви к делу каждого специалиста никакая непогода не может стать препятствием для достижения хорошего результата. За годы моей работы были такие года, когда мы начинали сеять в начале марта. Вот, поэтому в этом нет ничего, допустим, такого страшного. Вот, но преподнесла погода свой сюрприз. Надо этим полем воспользоваться. Анастасия Стропко, Александр Воронин, Антон Луговкин. Телекомпания БУК-ТВ.